Всем привет! Такой вот трансляционный усилитель. Много-много трансформаторов. Вот он, такой AMC. Пыльно-грязный. Не включается. А выглядит как взрослый. А тут трансформаторы. Ладно, будем разбираться. Схем, конечно же, не будет нигде. Так как усилитель четырехканальный, получается блок питания цифровой, импульсный. Четыре усилителя, четыре моста, судя по всему. Четыре выходных трансформатора. Четыре канала. Пишут, что независимые. Но это мы увидим, зависимые или независимые. Они уже не могут быть независимы, если у них общий блок питания. Но посмотрим, глубже копнем. Как и подозревал, все, не стартует блок питания. Будем мыть и разбираться. Ну что ж, для начала меняю явно плохие конденсаторы. Их нашлось 3 штуки. Не может быть, чтобы из-за них он не стартовал, но посмотрим. В этом пакетике сердце вторичного источника питания на 5 вольт, без которого в этой плате ничего не стартует. Сейчас будем ставить. Я уже туда припоставил панелечку, чтобы это было быстро. И если вдруг придется подбирать чипы. Надеюсь, что этого не будет. Наменялась куча деталей, но с блоком питания уже вроде все. Подарил голову корректор мощности. И так просто работать. У меня развязанная розетка через трансформаторы. И он с ней дружить не захотел. Ну, также не захотел дружить со стабилизатором особо. Но мы обошли. У нас есть чайничек. Включил через чайник. Тогда все завелось, все заработало. В общем, есть свои заморочки. Теперь попробуем включить усилители. Блок питания встал на место. Сейчас мы его включим. Подключил усилители. И включим сейчас. И вот у нас четвертый канал стоит в протекции. Значит, еще возиться и с этим. Вот и все с этим усилителем. Пользователь решил не усложнять сервис по многим причинам. Четвертый канал стоит в протекции, и бог с ним. Три канала работают хорошо, а ему надо всего два. Так что один будет в резерве. Понадобится сделать четвертый? Да не вопрос. Сделаю. Поэтому на этом разрешите откланяться. Парад поедет работать в один из очень больших наших торговых центров. Будет радовать людей музычкой. Всем пока!